Чемпионы улиц возрождаются сейчас. Поколение торчей, разбивая раз на раз, подминая под себя всех барыг и шушеру. Побросали все курить и дружно кашу кушаем. Попрощались с табаком, алкоголем и говном. Залезаем на турник и подъем, еще подъем. По утрам пробежка в парке, вечером в спортзале жарко. Ринг, канаты, связки, маты, лучше спорт, чем шприцы, вату. Хватит в падике сидеть, так ведь можно посидеть. И от химии поганой дружно в ящик загреметь. Незаметно день за днем, жизнь проходит за окном. Хватит жарить плюшки, парни, лучше в качку все пойдем. Потягаем там веса и в поход пойдем в леса, чтоб врага любого смело отправлять на небеса. За Россию, за идею, за края родные, стелем наша нация чиста, спорт за нами навсегда. Знаю, трудно начинать, но пора уже бросать. Затуманенным рассудком по подъездам зависать. Осмотрись уже вокруг, жизнь прекрасна, белый друг. Подыщи себе нормальных, здравомыслящих подруг. Подтяни с собой друзей, вместе будет веселее. И страна наша воспрянет из торчков и упырей. Будем родину латать, нашу рашу поднимать, чтоб здоровых пациков твоя любовь могла рожать. Чтоб бутылочка портвейна заменялась молоком, чтоб отряд малявок смелых не курили под окном. Чтобы бомжи стало меньше и богаче стал народ. Мы подтягиваем массы в этот спорт переворот. Занимаем первый ряд, заступайте к нам в отряд. Сделаем из вас здоровых и уверенных ребят. Чтобы дамы день за днем улыбались вам с братком. Чтоб деды вас уважали и боялся весь район. Чтоб отец гордился сыном, а не чахлым дурачком. Чтобы мама не боялась, что притащишь драги в дом. С этим надо завязать и другую жизнь начать. Чтоб другу парней нормальных начинали уважать. Просто оглянись вокруг, смрад стоит среди братух. Молодежь сидит на иглах и в колонках жарит гуф. Что же это за хурма, куда катится страна? Под девизом «За здоровье» будем в спорте навсегда. Ае, будем в спорте навсегда, братан. И это будет правильно. Эта истина возникла и грядет переворот. Скоро каждый торж подъездный нас поддержит. И вот-вот наша новая страна вновь воспрянет из говна. Покаяние здоровых порождать будет она. Поддержим Лигу Здоровой Нации, пацаны. Всем привет, друзья. Вот мы и размялись. В прошлом моем видео вы просили отработку по груши либо макеваре. Вот. Сегодня мы будем отрабатывать вот именно по макеваре. Будем боковые удары, как правильно бить, показывать. Будем прямые, покажем, как бить правильно удары. И покажем, как бить с ног правильно. То есть. Первый удар будем отрабатывать прямой левой. То есть при ударе у нас включается не только рука, также и нога включается, и плечо включается. Удар происходит так. То есть стоим мы в стойке, удар левой, происходит у нас полностью прямая рука, плечо прижимается к лицу. Вот. И при этом разворот ноги идет еще. Удар происходит вот так вот. Теперь также будем бить правый прямой. Удар, в принципе, точно так же, как и левой бьется, так же и правой. Также нога работает, плечо работает и полностью руку выпрямляем. Удар происходит вот так. Теперь будем бить левый боковой. Левый боковой бьется у нас, в принципе, нога также у нас работает. И работает также рука у нас полностью закругляется. Удар левой, боковой у нас, то есть происходит, можно вот так вот бить, а можно вот так кулак. То есть это уже кому как. Я бью в основном вот так. Удар происходит вот таким вот образом. Теперь бьем правый боковой. В принципе, он бьется точно так же, как и левый. Также нога, рука у нас все работает. Теперь бьем левый лоу-кик. Бьется удар так. Стоим в стойке, получается. Перед тем, как удар происходит, правую ногу закидываем вперед и ее сразу на разворот ногу. При этом удар будет сильнее. То есть нога не так становится у нас, а разворот ноги идет.
удар происходит таким образом. Теперь будем бить лоу-кик правой ногой. В принципе, он точно такой же, так же бьет. Только под шаг мы делаем немного со стойки левой ногой, ее также на разворот сразу. Происходит вот так вот, да. Ты ударишь. А важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь... Сегодня у нас прошла вот такая вот тренировка, друзья, в лесу. Надеюсь, это видео для вас будет полезным. Пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть еще в моих видео. Обязательно все это мы заснимем, все это мы сделаем для вас. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видео. До скорых встреч, друзья!